Здравствуйте, дорогие любители моих шпаргалок. Сегодня я предлагаю взяться за довольно-таки сложный проект, то есть давно хотел к нему подступаться. Мы сделаем школьный автобус. Я еще не знаю, как. Я когда-то делал, это было 12 лет назад, и я уже совсем ничего не помню. То время, когда мой рендер идет и рендерит, сколько у меня осталось, так, 5.20, ну, это еще минут 30. Я к большому удовольствию, вот здесь у меня уже сделано на белом фоне, я могу в это время что-то еще делать, потому как мне этот рендер не мешает. Компьютер хороший, тянет. Поэтому давайте мы начнем с того, что найдем что-нибудь вот типа того. Сейчас я перейду вот сюда, здесь. И пойду в общем конфигурацию. И я хочу сказать, что вот этот бэк не надо подгрузить. Он, видите, уже надел сколько школьных предметов. Сегодня я собираю это все вместе. Но мне нужны текстуры. Текстуры, и из этой текстуры есть автобус. Вот blue screen у меня. Вот я его подгрузил, не особо резкий, но это мне, в общем-то, и не надо особо. Будет просто ориентиром, скажем так. Да? Ну и давайте мы начнем с того, что сделаем вот отсюда кабину. Вообще, я не знаю, буду ли я такой длинный делать, мне для моих комиксных дел нужен будет вот где-то вот отсюда, наверное. Мне такой длинный не нужен. Я сохраню все его свойства, но как бы сделаю только то, что мне нужно. Итак, мы возьмем с вами сейчас плейн. Я его не вижу, к сожалению, потому что он находится неправильно. Z. Вот так. Теперь мы можем его наблюдать. И сделать его соответствующим нашему представлению. Так. Еще поменьше высоту. Так, еще поменьше. Вот. Вот так. То есть по длине мы решились. Теперь передвинем нашу картинку. Ну, как я вроде не хочу середины сбегать, поэтому мы лучше подвину картиночку. Так, картинка, картинка. Вот у нас. Угу. Вот так где-то должно быть. А еще лучше я поставлю серединке вот здесь вот так вот, эта середина, да, а вот сюда подвину вот так, и не надо его развернуть. Ну-ка, не так, сумочку, да. Теперь он стал у нас по иксу. Теперь мы его можем сдвинуть вот сюда.
сожалению, не особо хорошо его вижу. Здесь, а вот эту часть вообще не вижу. Так что это будет немножко... А, вот. Чревато чуть-чуть, ну ничего, справимся. Я думаю, что если мы превратим его в плейн в этот... Так, сегментов нам столько не нужно. Давайте один-один сделаем. Я подозреваю, что столько нам не надо. И превратим его в объект. Окей? Теперь... Вот ребра, я думаю, что ребра нам как раз бы очень сильно пригодились. А я начну их двигать. Вот так, ребро. И сейчас я посмотрю. Да, вот видите, вот он начинает огибать мой автобус. Прекрасно. Я сохраняю пропорции. Это мне нужно просто для пропорций, ребят. Больше ничего. Так, еще двигаем. Еще. Так. 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 И вот так. Я думаю, что это у нас должно стоять как раз посерединке. Дын-дын-дын-дын-дын. Да? Вот. Вот-вот-вот. Это то, что нам надо. Хорошо. Может, немножко провально здесь получилось. Вот с этим. Ну, мы ж тут на месте, мы тут все поправим. Хорошо. И теперь нам надо сделать симметрию, потому что нет смысла делать постоянно. Вот так. И это чуть-чуть. Нам нужна симметрия. Это однозначно. Ну, давайте мы сразу же это сделаем. Где у нас симметричная? Вот она симметричная. И мы сразу ее раз сюда. Вот она встала. И двигаем наш, ну, пока они не схлопнутся. Вот так, да? Сейчас посмотрим. Еще маленько. Нет. Где-то здесь есть симметрия, вот толеранс. Я сейчас сделаю 1 сантиметр и все. Вот вам толеранс. Прекрасно. Вот такой получился корпус. Вот от него мы сможем и плясать, ребят. И девчата, если кто-то из девчат смотрит отсюда, мы сможем плясать. То есть начинать делать кабину и так далее, и тому подобное. Ну что ж, продолжим, да? Сейчас возьмем с вами ребрышки вот эти и их чуть-чуть продвинем вот сюда. Так, теперь вот это и опустим. Сейчас посмотрим сюда, посмотрим, насколько нам надо опускать. Я думаю, что вот так будет как раз. Нужно будет вот так опустить. Хорошо. И отсюда уже я могу воспользоваться полигон пен, да, и вот начать делать перец. Да.
Хорошо. Так, далее не совсем видно, потому что как бы я хочу сейчас сделать следующий тогда. Вот этот бэк, где он тут у нас? Его так немножко сделать. Да, а то я совсем ничего не вижу. Так, хорошо. Продолжим. Выправляем сразу же. Это 55. Так. Здесь 55. Вот они поднялись до одной. Хорошо. Ну, будем стараться с самого начала соблюдать аккуратность, эту самую топологию, чтобы у нас как-то было все ровненько. Да? Дальше. 5. Берем полигон P. И закрываем здесь. Здесь. Так, еще вот этот, этот, этот и вот этот. Так, и вот здесь надо бы нам с вами тоже оставить четырехугольник, посему я буду его закрывать вот так. Да. Хорошо. Сразу же поправим тут. Вот этот вот. Теперь они все на одном уровне. Замечательно. Теперь мне надо вот это место, я думаю, разрезать, чтобы дальше идти. Я думаю, мне надо его разрезать. Возьмем ножик. Где у меня ножик? Вот он, ножик. И отключу вот это. И вот так пройдемся. Зажимаю Shift, чтобы ровненько было. Вот так. Хорошо. Угу. Ну, а здесь мы можем сделать окно. То есть теперь уже можем продолжить вот здесь. Мы возьмем полигончик. Так, возьмем полигончик и сделаем ребро этого окна. Давайте сделаем. Так. Вот полигон Pen. Пойдем сюда. Так. И вот так. Так, на какой высоте? Вот. На это по Y, куда? Окей. Сделаем здесь. Теперь у нас идеально правильное. Так, и смотрим теперь, какая у нас с вами еще есть возможность. Угу. Вот отсюда вести, вот так вести, да?
Так, я вижу, вот здесь еще одну надо делать разрезик. Где он? Вот откуда начинается следующее крыло. Так. Так, ну тогда сейчас мы отсюда сделаем вот здесь, здесь. Так, здесь, я думаю, тоже придется разрезать вот так. Вот поэтому, чтобы хотя бы примерно провести. Так, ну и давайте тогда будем делать. То есть сначала сделаем вот этот. Вот сюда, сюда, сюда. Так, давайте попробуем. Трум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот так. Вот так. Вот так. Получается четырехугольничек, да? Так, смотрим, что это у нас. Правильно, но его надо поднять. Вот это. Да, ёлки. Эти вот вещи надо поднять. Выдвинуть их. Так. Насколько это можно? Вот так. Вот настолько. Здесь. Ну и заодно теперь соединить вот эти точки полигоном пеновским. Так, 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 так. Угу. Да. Именно так. Сейчас я засуну это в этот subdivision, тогда все будет ясно. Правильно мы сделали или ой, не симметрию. Subdivision сюда и симметрия сюда. О, вот тут какое-то нарушение я уже вижу. Значит, надо подумать, как это все сделать. Так, ну-ка. Subdivision 1. Пока нам не надо subdivision. А, я понял, где у меня косяк. Вот здесь. Нужна еще одна точка, как минимум. Режем. Режем и соединяем. Полигонами. Так, где она? И уводим его назад для места.
Вот так, видите, вот тогда все будет нормальненько. Так, где у нас боковое зрелище? Вот она, боковое зрелище наше. Хорошо. Так. Это вот с этим они должны совпадать. Вот так. Вот таким образом мы что-то сможем сделать тогда. Хорошо. Делаем дальше. Идем дальше. Так. Капот. Капот, компот. Тоже у нас где? Полигон пен. Вот отсюда. Сюда его. И вот сюда. Так, смотрим. Да, это получилось то, что нужно. Так. Конечно. Все правильно. Ну и теперь нужны вот эти вот ребра и переход в крыло. Сколько у нас там времени? Вот. Это наша следующая задача.